В областном историко-краеведческом музее открылся уголок электронных и печатных средств массовой информации Жамбылского региона. В ней широко представлены материалы по истории становления и развития местных газет, телевидения и радио. В областном историко-краеведческом музее экспозиции по истории становления и развития местных средств массовой информации отвели целый уголок. Здесь можно проследить весь вековой путь, пройденный старейшими газетами «Ак-Жол» и «Знамя труда», хорошо освещена деятельность областного телеканала «Жамбыл-ТВ», молодежной газеты «Арай». Представлены также материалы по жизни и творчеству известных журналистов области, таких как Несипек Даутайула и Махлбек Рыздаулет. Открыл экспозицию заместитель акима области Ирка Журналистике он уже давно и оставил в ней свой оригинальный след. И, конечно, собранные здесь материалы вызовут живой интерес у публики. Скольким талантливым молодым ребятам он помог в своей жизни. Открыть такой уголок музея мы планировали давно. И вот, наконец, это свершилось. Теперь в областной универсальной библиотеке имени Шохана Валиханова хотим открыть персональный уголок. Несипека Дәуетайулы. В рамках мероприятия состоялась и конференция по творчеству Несипека Даутайула, 75-летие которого отмечается в эти дни. Своими воспоминаниями поделились журналисты, члены Союза писателей страны. Все они подчеркивали особое место и роль его в развитии казахской журналистики в целом и в Жамбылском регионе в частности. Кулеш Умурзакова, Нурлан Бектурсын, 77 News.